Петра Алексеевича Порошенко догонять будут? Смотрите, догонять никого не будут. Догонять будут тех, кто нарушил закон. И это не персональные догонялки кого-либо. Если ты нарушаешь закон, то будь добр, отвечай, вне зависимости от того, ты являешься представителем Европейской солидарности, оппозиционной платформы «За життя», Батьківщини, Голоса, Слуги народа, или являешься представителем позафракційних или «За майбутнє». Это и здесь Фемида, я очень надеюсь на то, что мы в ближайшем будущем сможем сделать так, чтобы Фемида была действительно слепа. И, как вы выразили, догоняла в рамках действующего законодательства сугубо по делам. К сожалению, ко многим будут вопросы, потому что, ну, мы же понимаем, как часто происходило, да и сегодня происходит в больших властных кабинетах, в кабинетах поменьше. Но это не будет персонально, еще раз повторюсь, догонялкой кого-либо.